Всем привет! Сегодня будет небольшой обзор женских штучек с AliExpress. Начну я вот с таких вот подкладок. В принципе, подкладки эти для бюстгальтера продаются для кормящих мамочек. Я думаю, что женщинам не надо объяснять, для чего нужны такие подкладки в бюстгальтер для кормящих мамочек. Я купила их, конечно, не для кормящей мамочки, а для себя лично. Они хлопковые, очень мягкие. Приехали мне в двух цветах, голубенькие и розовенькие. Для чего они мне нужны? Мне они нужны тоже в бюстгальтер, но под косточку. Потому как я уже неоднократно говорила, я мучаюсь тем, что у меня достаточно большая грудь. И очень часто вот в этом месте тоже, где косточка проходит в бюстгальтере, мне натирает. Я купила их для того, чтобы именно подкладывать вот таким вот образом под косточку в бюстгальтер. Если у вас есть такая проблема, ну или если вы кормящая мама, то в принципе такая штука вам будет вполне нужной. Поэтому ссылочка есть внизу. Если кому-то надо, кто-то заинтересовался, заказывайте. Стоят они недорого. И сегодня будет в обзоре вот такой вот спонжик. Приходит он в полиэтиленовом пакете, он влажный изначально, то есть если он остается на воздухе, он начинает высыхать. Но потом, когда намочите его, он опять становится хороший, эластичный, мягкий. Им очень удобно умываться, им очень удобно смывать косметику. Он не толстый, здесь толщина где-то не больше 5 мм. В принципе, кто-то может сказать, что можно купить, допустим, в фикс-прайсе вот такие спонжики продаются, они прям в коробочке, стоят, в принципе, недорого, но дело в том, что они ужасно толстые, и вот такой спонжик из фикс-прайса, ну, можно использовать только разве что как мочалку. Очень толстый, неудобно ей умываться, хотя продается тоже как для умывания, мне не понравилось именно для умывания, то есть вот такой размер, это уже как мочалка. А вот такой вот спонжик с AliExpress мне понравился очень. И я закажу себе еще парочку. Очень хорошая штука. Очень хорошо прям ложится вот так вот в руку. И очень удобно мыть лицо и особенно снимать косметику. Тоже ссылочка есть внизу. Стоит недорого. На этом сегодня все. Всем удачных покупок. Пока-пока.